Друзья, всем привет. Не знаю, я это видео буду выкладывать или нет, но просто вот сейчас у меня еще два папоротника, которые я хочу тоже на фитиль посадить. Вот, и заодно посмотрите. Вот те вроде бы ничего так растут, а вот этот как-то все время вот заинается. Никак не хочет он расти. То желтит, то кончики вот такие. И вроде поливаю все правильно. И вот я думаю, сейчас посмотрю, если корневая какая у него, может тоже на фитиль посадить его. Сейчас вот достанем и посмотрим. Ух, а может уже, брат, корневая у него заросла уже. Так. Да, корневая, правда, хорошо заросла уже, вот тут прям даже некуда ему. Сейчас я немножко потребушу. Я прям в эту землю, потому что я не очень давно, наверное, весной пересаживала. Немножко сейчас вот так потребушим, землечку помешаем. Я на фитиль его хочу посадить. Я вот забыла, у меня есть тут название у него? Так. Нидус кампио написано. Или... Да, Нидус кампио. Так, друзья, сейчас посмотрим, куда его посадить. Петелечек был. Наверное, вот коричневый горшочек посажу, а потом вот тот же горшочек, как он рос, я на него этот сделаю. Вот, друзья, сейчас. Вот сюда я на донышко положу вот эту вот сеточку. Ну и фильтр сделаю сейчас вот из этой салфетки. Вот, и сейчас посмотрим. Мне кажется, на фильтр ему нужен этот. А то он никак не идет вот в рост. Так, конечно, немножко подрос, но по сравнению с другими папоротники очень медленно. Вот, и вот я сейчас сюда вот сеточку уже положила, все, фильтр вот держу. Немножко вот так, фильтр вот сюда немножко положу на бочок, видите. Вот. Вот так вот, чтобы он сюда, как говорится, работал. Так, вот у него корни вот какие. Я думаю, сейчас на фильтр он пойдет. Это как-то очень медленно растет. А может, он такой сам по себе, я, может, сама так думаю. Что-то по другим папоротникам, слушай, они ведь все разные. Ну, ничего, попробуем на фильтр. Поровнее сделаем. Друзья, ну и вот так. Сейчас вот этот горшок, как он стоял, рос. Я его сейчас помою, сюда керамзит наложу. Ой, у него, наверное, не придется. У него он дырочки есть, значит, нет. Значит, сейчас буду искать горшочек без дырочек. Ну, короче, сама суть вот... Керамзит на донышко, воды наливаем и ставим вот так, и все. И можно дней 10 не поливать, только иногда поглядывать, там вода есть, нету. И все. Друзья, вот он. Надо название это не потерять, это. Друзья, вот такая коротенькая пересадочка у меня была. У меня еще один есть. Можно тоже посмотреть. Сейчас я, друзья, подождите секундочку. Тоже, может, тоже его на фильтр поставим. Хотя я на него не жалуюсь сильно. Вот у нас плениум. Ну, может, горшочки мы побольше дадим. Заодно сейчас посмотрим. Давайте второй. Crispy Wave асплениум. О! Да. Тут, видите, я раньше керамзит ложила. Ну, крупный я теперь, честно, ну, так, как этот фильтр, он работает. Чтоб не замокал цветочек, короче. Кто переливает, а я не переливаю никогда. Вот я сегодня, наверное, сегодня два цветочка как раз вот этих полила. Они любят, конечно, тоже попить. Не как те папоротники, но смотреть надо. Вот, друзья, Crispy Wave. Сейчас мы его тоже, наверное, на фильтр посадим.
так-то он ничего неплохой такой. Ничего растет. Не жалуюсь на него. Так, друзья, сейчас я еще фильтр один сделаю. Он тут лежит. Сейчас я отрежу. Так. Сейчас тоже такой же горшочек транспортировочный возьму. А потом зато в нем будет это, как говорится, дырочки в нем все есть. Сейчас посмотрим, какой подходит. Да вот эти, наверное, два нижних. Вот этот вот высокенький. Ладно, вот в этот положим. Так. Сюда сеточки нету, но мы сейчас, знаете, что сделаем? Вот это у меня тут, вот от этой полосочки, от какой нарезаю салфетки. От нее остается, я тоже ее на дно ложу. Так. Вот как раз осталось, пойдет. Пойдет. Сейчас семечки подсыпем. Фильтр сюда, на бочочек. О, прям отлично. Отлично. Единственное, сейчас придется искать горшки без дырок. Ну, сейчас найду. Я уж всем своим родным наказываю. От торта. Коробочку мне оставляли, чтобы... Потому что очень к папоротникам подходит. Я их ставлю. Давайте. Вот. Вот тут фильтр вот так сантиметров 6 торчит у меня. Сейчас, друзья, вот так поставлю, чтобы удобнее было. А то на весу неудобно. Вон сколько малышей он пускает. Вон середочки. Друзья, вон они, малышки. В этот раз, ну, Наталья Успенская в обзоре показывала, у нас в Ашан привезли вот такие воды, только они большие, 2500. Ну, там, конечно, шикарные вообще. Ну, так как у меня есть, хоть небольшой, но есть, поэтому я не поехала покупать. А если бы не было, я бы, конечно, поехала купила. Ну, вот такой, друзья, цветочек. Друзья, вот такая пересадка мне получилась. Два папоротничка. Друзья, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Пока-пока.